А 12 лет, большая разница у девочек. Они подружки. Подружки настоящие. Несмотря на то, что это все-таки почти поколенческая подружки разница. Подружки очень любят друг друга и используют каждую возможность там скайпа или телефона, чтобы общаться, что-то обсуждают. А вам они подружки? То есть они про какие-то девичьи вещи с мамой все-таки делятся или с отцом тоже? Ну, я не знаю, про молодых людей, там, про молодых людей, ну, Александра, у нее пока друзья, у нее никто не был представлен как ухажер. Папа просто не в курсе. Но... Так же тоже может быть. Вы какой папа? Вот как вот такой фильм есть со Стивом Мартином, «Жених невесты», то есть вот такой папа. Отец невесты, да-да-да. Да, конечно, отец невесты. Ну вот... Отец невесты. Ну, Анастасия уже 2 года в законном браке, и у меня прекраснейшие отношения с ее мужем Петей. И вот как-то он был, по-моему, первым и представлен, как молодой человек. Вот как-то он перешел из разряда друзей, вот, в разряд ухажеров, и был представлен, и он единственный. А вот у Саши пока, ну, ей 14 лет. Как-то ну вот что, пока... а Джульетте сколько было? Да 3? Мы тоже с Катей познакомились... Да, в этом возрасте, да, вы и папой-то стали там 18 лет, то есть сейчас вообще такое, кому скажешь, в общем, сейчас не принято так обзаводиться детьми в таком раннем возрасте. Мне спокойнее было бы сейчас, конечно, если бы мы вернулись к теме профессионального воспитания Александра, чем мысленно-материально. Начну я думать сейчас про женихов, они появятся в таком количестве, что палкой не разгонят. Мы сейчас переходим вообще к нашей коде. Мы. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.